Эй, ребята, здорово всем, с вами Семченко, со мной сегодня Джонни Флэкджи Кей, здорово, дружище! Hey, what's up, ребята, всем привет! И у нас сегодня такой необычный мини-гейм, мы сегодня будем играть с Джонни на этой вот карте в снежки, грубо говоря, да, должны будем снежки. Друг друга убить. И тот, кто умирает, должен открывать кейс. У нас с Джонни сегодня закуплено по 12 глоу-кейсов у каждого, то есть проигравший, собственно, открывает кейс. Да, вот так вот. Вот это очень интересная битва кейсов. Это реально офигенно, то есть мы сейчас не можем пока инвентарь включить, потому что мы не умерли, но как только Джонни меня убьет, я смогу сразу же зайти в инвентарь и открыть кейс, как проигравший. Да, то есть вот такие у нас новые правила, ребята. А прикинь, я перчатки выбью, а? Блин, ты меня убьешь, а я такой хрена. Я тебе потом за это еще убью, за то, что ты перчатки выбью. Еще раз даю, да. Ну что, пацаны, я предлагаю начать. Да, Джонни, это очень интересно, ребята, за такой интересный режим, просто 100% лайк. Ставьте лайк. Это ребята, просто. И мы будем больше всего такого подобного придумывать. Да, и мы начинаем. Проигравший открывает кейс, ребята, давай. Это как наказание. Давай. Такое. Кейс у гейм, это наказание, реально. Ой, слушай, подожди. У тебя прицел есть? Чё? Естественно, кроссхейр один будет прописать. Да, я, видимо, так, кроссхейр. И, видать, прицел. Да. Все нормально, врубил, да? Да. Погнали. Погнали, ребята! Погнали, опа! Опа! Кто так, же первый? Ой, будет просто кейс? Рядом с. Ааа! На! Головеху! Давай, открывай! Первый кейс открываю. Так, unlock контейнер, глоу кейс, поехали! Лавеха не мутится, потому что это кейс в CSGO. Потому что это кейс, хотя нет. Royal Consoris. Что это? Береты. Фиолетовый. Все, Джонни сразу же продолжаем. Следующий раунд. Да, следующий раунд, все, давай. О, я вижу, что тебе выпало. Да, вот это сейчас высматривать нужно. О, фиолетовый Джонни достал из кейса. Тихо. Хопа. Давай-ка, Джонька. Хочешь меня развести на кейсик? Конечно, хочу. Хочешь меня на кейсик развести? Конечно, разведу. Слушай, Джонни! Развел Семченко на кейс. Слушай, а знаешь, что мы можем? А, дыму прятаться. Типа отдавать предметы, шмотки друг другу. О, это, кстати, можно как-то придумать, обдумать. Ты в меня почти попал. Так. На! Открывай. Я сразу же, ребята, открываю кейсик. Сразу же, как проигравший. Первый кейсик перчаточный. Крутим, мутим. Погоди, пока не убивай. Давай, я пока не убиваю, пока выжидаем. В чате. Выжидаем момент. Ну, короче, сейчас ты увидишь сам все в чате, что мне выпало. Ну, поэтому... Как, ты как заберешь, я все понял. Продолжаем. Да, все. Погнали. Готов, да. Понял, принял. Понял, блин, тройку я тупо понял, нихуя не понял. Что? Охренеть! Охренеть! Я просто на рандом кинул. Откуда прилетело, Джонни? Просто на рандом. Охренеть. Ну, сейчас ты увидишь, что мне еще выпало. Ясно. Продолжай. Ой, уже забежал сюда. Давай. Оп. Чё, Джонни, разводишь меня на кейсы? Конечно. А? Опа! Да ты задрал! Отлично. Я сейчас все кейсы, блин, потрачу, ты понимаешь? Давай. 12 кейсов, потрачу, реально. Все, давай, бабки, трать вот так. Отстёгивай так. Да. Чёрный песок. Ты это, скажи честно, ты в этот, в одной шайке с Гейбом? Конечно. Опа! Так, оп. Издалека меня хотел подбить. Ну, не, Джонни, я снайпер. Подбьём тебя на кейс. Опа! Парк. Чё, куда залез? А ну слезай отсюда! А прикинь, друг друга убьем! Твоем! На, просто! Открывать. Ладно, просто лови, теперь ты, да, Джонечка, открываешь. Так. Ну-ка, кручу. Кручу, верчу, а бабло выбить хочу. Черный песок. Ну, понятно, дело, понятно. Все, продолжаем. Давай. Продолжаем, естественно, за таким. Не, знаешь, это интересно на самом деле, вот такой вот прям. Ой, отлично, в воздухе. Зря просто. Я это сделал. Я хотел как ассасин, короче, с ящика и там и на убить, крышу запрыгнуть. Да. А в итоге придется кейсик открывать и черный песок, ребята, галеры. Да. В принципе, ты знаешь, там, по-моему, ты крестик сразу нажимать можешь, как видишь, по-моему. Мне кажется, так даже можно. А, можно быстрее, да? Да. Оп. Тихо. Оп. Прям перед лицом у меня граната залагала. Ассасин, сука. На опережение. Ладно. Джонни, прямо в ногу ты скопытился. Давай. Открываю. Так. Открывай кейс. Вот это оригинально. Да, вот мне даже интереснее открывать так кейс. Ну, полимер, короче, мне выпал. Все, продолжаем. Ну, в принципе, знаешь, тут не видно, потому что я не принял. Я сразу крестик нажал, и, ну, все равно поняли, что это полимер. Продолжаем, давай. Оп, запрыгивает ассасин там, смотри. Смотри, ассасин. Давай, прыгай. Сейчас, давай. На, в ответ. На! Подожди, а самому себя интересно, можно убить рикошетом? Оп! Тихо! А ну, Джонечка, давай! Тихо! А чё у нас?
Тихо. Джонни, а у нас время-то расходуется или что оно общее такое? А, общее время, ну... Да, расходуется время, у нас осталось минут, но в любом случае перезапуск это ничего страшного. Мы что все равно, пока кейсы не закончатся у кого-то. Мы с тобой открыли. Да, блин, у кого у первого кейса... 4-4, сравнял я. У кого у первого закончились кейсы, тот проиграл. О, я вижу. Так он, блин... Не-не-не, это не сейчас, это я прошлый принял. Это я понял. Никогда в жизни не закончится. Ладно. Давай без крестика будем вот так будем принимать, чтобы в чате открывай, выслушалось. Открывай, да, открывай, открывай. Говно, продолжаем. Эхолот. Эхолот. Так. Джонни, может... ты где? Ой, здрасте. Здрасте. А я здесь. А я тут. Вот. А вот так. О, отлично. Попал мне прям между ног. Открываем. Давай. И выпадает нам, прилетает. Сколько всего, ребята, прикольного. Что? Что тебе выпало? За трек Эмка, взгляд прошлого. Чё? Знаешь, сколько такая стоит? Ну, наверное... Ну, косарик примерно. Косарик, нормально, хорош. Продолжаем, да? Не зря ты меня убил, спасибо, Джонни. Подарил такой, оп. Смотри, рикошет там мог убить. Ой-ой, посмотри, куда забежал. Куда забежал, Кирюха? Так, стоять. Не-не-не. Так. Что, найдешь меня? Конечно, найду. Сейчас найду. Где я? Сейчас, посмотри. А я выбежал уже? Нет. На, в ответку. Ты мне что-то лесу прям не закинул. На, лови, блин. Охренеть, просто на удачу. Просто. Давай, открывай, Кирилл. Да, открывай. Просто на удачу. Я не знаю. Первые 5 минут у нас прошли с тобой, да? Да, видимо. Ой, 5, блин. Смотри, мы наравне. Ну, знаешь, да, интересно на самом деле. Ну, я предлагаю все кейсы уж не открывать. Ну. Проигравшего-то нужно определить проигравшего. Это проигравший. Давай до 10. Давай, давай, до 10. Два мы оставим. Давай. Оп-оп. Давай. Кирюха. Кирюха. Ты где же? Так, я ищу тебя. Ты что, там я запрыгнул еще? Опять куда? Нет. Ага. Здрасте. А я тут сижу. Пережидаю. Зиму. Да! Отлично! Джонни, офигеть, ты сейчас меня так без кейса поставишь. Ну смотри, мы поровну пошли шли, но сейчас, типа, конечно, у меня 6, поровну, грубо говоря. Поровну, да. Ну-ка. Но лучше не смотри на меня. Так, ну как ты принимаешь, так уже можно. Все, поехали. Оп. Опа, опа, па-па-па. Подарочек. Тарам-пам-пам. Ты меня простопил им. То есть да. Ты меня почти так попал. Ты меня много раз уже простопил. Но! Блин, ну ты гад. Я думал, сейчас тебя... Я думал, я тебя сейчас в это, вплотную убью. Подбегу. Не получилось. И мне выкручивается МП9 пыльный осадок. Синий. Принимаем. Понял, и принял. Полетели. Поехали. Понял, принял, на в шапку. О, тихо. На в кепку тебе. Ой-ой, застопил. Да, я понял, о. Кстати. Опять попал, нет? Нет. Ай, убил. Да. Четенько, ребята. А, поехали, целенько. Едем. Ой, пройдет по 90, еще раз по 90. Понятно. Дерьмо. Давай, Джонни. Дерьмо просто падает. Сонар мне выпал. Давай, продолжаем. Оп, сразу активируем. Ой-ой-ой, как рядом ты был. Ой, на! Блин, улетай, ну, серьезно. Просто. Ну давай, открывай. У тебя еще две жизни осталось, Кирюха. Две жизни, да. Всего? Да. А кейсов-то у меня 4 или сколько? Ну, 6? Так мы две... Ты же до 10 сказал. Ну ладно, давай до 10. Давай. Ну как раз, может, до конца времени, либо сколько у нас там времени осталось? У нас там времени еще 3 минуты осталось, ну давай ну, посмотрим. Ну посмотрим, да, короче. Посмотрим. Так. Сколько по времени останется, может, и все откроем. Просто не хотим вас тоже, ребята, утомлять. Оооо, ты что тут делал так близко? Вот так вот. Все, Джонни, выиграл. Джонни! Да, давай, открывай ты там свое дерьмо, выбивай. Разводит меня на открытие кейса. Ну, как сказать, почти хорошее выпало, почти Юсп Сайрекс вылетел. Почти. Но Юсп... А, Мак? А что ты Сайрекс говоришь? Эхолот, нет, я говорю, почти выпал. А, почти, ну давай. Сейчас еще последний кейсик забирает Кирюха. Не-не-не-не. Нет? Смотри, прыгнулся как. Тихо, Ямакаси. А! На! Гранатка что-то не вылетел. Поджопник сейчас. О, рикошетик пошел. Оба открываем! Оба открываем, да, давай. Вот это классно было! Вот это было четко! Это было прикольно, это было четко. А, Юсайрекс полетает, Iron Work Glock. Glock мне выпал. Чешка полимер. Так по факту я уже проиграл. Два кейса мне осталось. Да, давай, ну, че, давай, последний, решающий. Последних, да, давай. Так. Где Кируха? Вот он пришел. Здравствуйте. Ой, чуть меня не попал, да. Смотри. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Теперь я тут. Втекай, Тоби пизда.
А! Куда ты, Джонечка? Тихо, прыгает, прыгает. Куда? Ай, сука! Красавчик, значит. Смотри, выравниваешь, что ли? Я не понимаю. Просто берет кирюху и выравнивает. Открывай кейсик, быстренько. Открывай его, открываю. И понятно. И сейчас Кирилл нах с перчатки, блин. Эх, мечты, мечты, Кирилл. Перчатки. Обязательно. А что ты сразу замахнулся? На, в голову! Просто как Зига лег просто. Знаешь, Джонни, у меня один кейс останется сейчас. Ну так давай добьем что-то, чтобы мелочиться. Да его можно просто так. Перистое облако выпадает, МП7. Перистое облако, давай. Собирай перистое облако и пошел. Сразу махнулся, смотри. Гранатка. Пошел сразу, агрессивный, да? Агрессивный, Кирюха. Кирюха-то. Ой, как ее просто ноги спали. Вышел из-за угла. Ну давай, Джонни, 59 секунд остается. Давай, 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 давай. И, ну пожалуйста, что-нибудь интересное, крутое. Понятно. Полимер. Да, понятно, давай. У нас как раз время заканчивается, давай. Как раз мы с тобой. Ну я полимер не забрал, я чуть позже, я escape нажал просто, чтобы не ждать время. Давай. Опа, я давай, должен, давай. Я должен Кирюху просто сейчас закопать. Ай, серьезно? Охренеть! У меня осталось 3 кейса. 3? Ну ты выиграл, короче. Сейчас время закончится, ты уже в любом случае выиграл. Да, я выиграл. Ой, Сарек, спасибо, спасибо, спасибо. А как так 3 у тебя остается? 5-5 же. 5-5, ну это фиг знает на самом деле. А до этого было равное, это тоже счет. Ты уверен, что равный счет? Тоже мы закончили наравне, ты забыл? Не знаю, не знаю, Кирилл. Ничего и закончилось. А, да, ничего и закончилось. Так подожди, тебе засчитало счет, понимаешь? Тебе засчитал счет. Ну я открыл тебе. Все, Джонни, я проиграл, я последний кейс открываю. Открывай последний кейс. Джонни сегодня у меня выигрывает дуэль на снежках. И я открываю последний кейсик. Я думаю, что сейчас мы еще сыграем пару раз. Один разочек, да? И на форс-дропе откроем. Да, давай. Ну что же, ребята, у нас с Джонни финальный раунд. Теперь кто проиграет, тот открывает кейсик на форс-дропе. Причем давай тайный, наверное, какой-нибудь дорогой такой. Да, давай. Закаса. Ой, открывай. Да иди ты нафиг, серьезно. Давай, открывай. Ну блин, сразу так вот. Кстати, ребята, в честь Нового года на форс-дропе теперь есть промокоды. И при пополнении, вот нажав кнопочку пополнить баланс, вы можете ввести промокод. Промокод я укажу в описании и на экране. Gift 2017. Он будет добавлять к балансу 10%. То есть, если вы закидываете косарь, вам еще плюсом там сотка сверху. Ой, там азимов кому-то падает. Ну и я открываю, короче. О, давай косарик. Я так уж и быть смотри. Поддержу тебя, Кирюха. Поддержу. Поддержь меня, поддержу. Тоже открываю. Давай тайны, значит, раз, два, три. Давай. А, ты уже открываешь, да? А я уже открыл, все. Я же проигравший. Поехал. Все, и понял. Выбиваю. Ой, что-то Джонни, через я браузер выбиваю, такой. Мне фигня выпала. Знаешь, через... Мне маг 10 неоновый гонит. Такое что-то через браузер идет. Охренеть, что мне там выпало? Чё? С красной дверь, 2600, охрененно. А мне знаешь, что выпало? А мне за 160 рублей маг 10. Знаешь, маг 10 на самом деле мне очень сильно нравится, но... Кирилл, понимаешь, так, дважды, ребята, тебя выиграл, дважды. Да, промокод будет действовать до 23 числа этого месяца, вот, потом будут, возможно, еще новые промокоды, вот, но как бы этот промокод можете использовать, вам 10% к сумме сверху будет, к зачислению. Да, баланса, то есть вот. Бонус такой под Новый год, ребят. Бонус, да, поэтому, ребята, собственно, заходите. Вот, все в описании, ребята, ссылочка на форс-дроп также. А мы с Джонни сегодня, я думаю, заканчиваем на этом нашу дуэль. Думаю, что что-нибудь еще подобное устроим. Очень интересно, очень классно. Канал. Это офигенно, ребят, за это просто ставьте лайки, комментируйте ролик. С вами были Семченко и Джонни Флэкджикей. Я думаю, что на этом все. Скоро до новых встреч, пока-пока, ребята, всем. Пока, ребят.